Всем всего доброго, всем привет, с вами Стас Кобальт, канал Стас Кобальт. Давно не было меня на канале, вот сейчас пришел, записал два видео, будет таких вот обширных, широких, и по итогам года с поздравлением с Новым годом 2018, итоги года 2017 буду подводить полностью по итогу. В этом году, что произошло, что там, что случилось, что поменялось, что изменилось в игре World of Tanks, и также буду говорить по фильмам в этом году, какие крутые фильмы, какие там, ну, лично мне понравились, может быть, у всех будет каждого там свое мнение, другое мнение, но тем не менее. Если вам понравится, то подписывайтесь на канал, там ставьте лайки. Вот. Захожу, да, World of Tanks, вот видите, на МТ-25. Ну, такой бой обычный такой, как говорят, шестой уровень на песке там. Вот, ну, на своем танке, вот. Да, сейчас вот немного... играю, да, там не так долго, не так часто. Вот такая вот акция от ВГ. Ну, как всегда, вот эти акции, вы знаете, что на Новый год. В прошлом году была похожая акция, но даже в прошлом году что-то мне она больше заходила тем, что в чем отличие, да, с этим годом. В прошлом году была шведская ветка сразу перед Новым годом, и одновременно качались эти шведские танки, довольно-таки быстро они прокачивались, потому что там были какие-то бонусы сверху, и у меня была там шведская ветка прокачана буквально за дней там 10, уже полностью там, ну вот 8 уровень Юдис был выкачан. Сейчас, конечно, не знаю, сейчас вот буду смотреть, и, по-моему, здесь просто идет покупка танка там какого-то, ну там со скидкой, да, там, ну и тоже эти девушки даются, и плюс какие-то там аптеки, и серебро дается. Короче говоря, не насильно много добавили, хотелось бы, конечно, там больше, ну дали это танк третьего уровня. Я там пару боев сыграл, конечно, ну так, танк, конечно, вообще ни о чем, тем более третий уровень, песок песочный, поэтому продал, вот. Ну, на своих любимых танчиках я зашел. Что поменялось, да, еще надо сказать. Поменялось то, что, смотрите, когда они выпустили еще вот эту обнову, игра значительно изменилась и стала лучше. Если вы заходили 15 числа, как раз после обновы, это просто были как другая игра, другие танки. Но мне так показалось, потому что у них там что-то случилось, и моды сразу не загружались, и на читах мало играло людей, и просто бои были настолько интересные. Но вот в тот день я 15-го не записал, вот записал 16-го, на следующий день играл, чтобы сравнить, чтобы показать, что да, бои тоже были неплохие, но тем не менее 15 числа были просто там вот нереальные бои. Заходил я и взад, и там и крутил там игроков, потому что, ну, видно было без читов, и как бы онлайн повысился, и как раз ни моды эти, ни читы не работали. Вот, у людей, и просто там нереальные, конечно, результаты, нереальные бои, постоянно был в топе. Вот, сейчас вот второй день играю, сейчас этот бой, потом следующий бой показываю. Да, тоже сыграл я в этот день, второй день неплохо, но, тем не менее, уже было похуже, уже было, чувствовались вот эти вот напряг с этими читами, с этими, ну, уже люди понаставили себе этих читов. Особенно ощущалось это на... с 8 уровня, с 8, 9, 10, там сплошные читы, да.
получается, скорее всего, потому что даже когда 15 числа я заходил на восьмерках, на девятках, на десятках, игралось вообще просто нереально, классно, просто себя ощущал просто нереально, причем на любом танке, там даже на ЛТ гонял, просто там нереальные были результаты. Конечно, на следующий день уже было все похуже, особенно, ну, на этих уровнях еще можно было играть, как всегда, на девятках, десятках, там уже похуже результаты. Вот хотелось бы это сказать, заметить, да, с читами, с этими, вот такая проблема. Ну, а так, игра, в принципе, ну, ничем не изменилась, ничем не поменялась, по балансу там, такое же все это самое. Ну, единственное, я говорю, что вот не было бы этих читов, и как преобразилась игра, что такие катки стали, как качели, знаете, вот интересно, то вроде проигрываешь, потом начинаешь выигрывать, и от тебя что-то зависит, понимаете, вот тогда становится интересно, и тогда становится просто приятно. И вот 15 числа, как раз после обновы, это было прям вот ярко, заметно. Играл я долго довольно-таки, как раз 4 часа. Потом назад, вот с 16-го играл тоже 4 часа. Уже было хуже значительно. Вот, то есть, и, кстати, именно в чате писали 15-го, что где читы, где моды, где это, где что, ничего не работает, установил, ничего не это самое. Ну, короче, там, короче говоря, что, ну, люди уже привыкли, что раз обнова вышла, они раз там скачали эти читы и все, играют. То есть, без проблем. Здесь какие-то были проблемы, видимо. 15 числа еще до этого была обнова, там была проблема с серверами, и даже потом дали прем-аккаунт бесплатно всем. Ну, такие дела, короче. Вот видите, играю под своим никнеймом MT25, сейчас буду играть на своем любимом этом танке, как его, борщики, на борщике буду играть. Очень классный такой танк, очень имбовый он танк. Сейчас сделаю просто нереальный ваншот. Кстати, заметил я, вероятность ваншотов что-то повысили, по-моему. Раньше такого не было. Вот, обычным снарядом боеуклад сносишь. Вот, это хотелось бы отметить. Вот, я хотел бы еще вернуться вот к этим читам, да, к проблеме читов, что... Ну вот если бы этого не было, как вот в Доте бы обновлялась она, эта игра, как в Доте, да, там каждый день обновление, и все, не было бы этих читов, не было бы никаких проблем. Баланс бы не дергали, ничего бы не дергали. Говорю, вот проблема с этими, вот все зависело от этих вот читов. И, кстати, бы онлайн бы вырос бы просто, мне кажется, нереально. Просто нереально вырос. Потому что если эти читы, они платные, они там есть бесплатные, но в основном все читы платные. Поэтому люди там не жалко там платят за эту всю фигню, как говорится. Ну, тем самым нарушая весь этот баланс, всю эту игру, как бы, понимаете, там ты видишь сразу заранее, стреляешь заранее, все это как бы вот, мешает это все этой игре. Вот, ну хотелось бы чуть-чуть отступить от этой темы. От темы танков, вот. На другую тему перейти. Хотелось бы сказать, что в этом году, да, подвести какие-то итоги по онлайн сектору. Чуть-чуть попозже подведу какие-то итоги по каким-то определенным играм. Сейчас подведу итог по фильмам, да. В этом году, значит, какие фильмы мне лично зашли, там мне понравились. Ну, в начале года очень классно, вот мне лично понравился «Кинг-Конг», ремейк на фильм уже был, да, там у нас 3 или 4 этих «Кинг-Конгов», это новый вот «Кинг-Конг», там будет продолжение, потом этого фильма, там классные актеры, там этот Хаддлстоун вообще классный, да, актер, поэтому вот «Кинг-Конг», и потом мне лично, вот я не говорю, что там за всех, мне лично понравилась «Лига справедливости», тоже очень здоровский фильм, тоже классные актеры. Но
Да, чуть-чуть похуже он сделан, чем этот «Бэтмен против Супермена», но тем не менее, довольно-таки неплохо, всем рекомендую посмотреть, если не смотрели. Ну, «Призрак» мне понравился, «Призрак в доспехах», Скарлетт Йоханссон снимается. Очень удивил этот фильм, вообще от него ничего не ожидал. Очень зашел этот фильм, даже там, несмотря, что в главных ролях женщина, но очень классная эта актриса Скарлетт Йоханссон. Ну, «Пираты» неплохие, «Пираты» были в этом году неплохие с Джонни Деппом. А «Спасатели Малибу» смотрел, да, такие комедии неплохие. Вот, в общем, ну и «Красавица и чудовище», вот, ладно, скажу. Почему там на ремейк мультика снят, тоже классно, ну, красивые декорации и так далее. Вот такие итоги по остальным фильмам. Только скажу, что мне они, ну, половина как пойдет, но не очень. «Трансформеры», там «Первый рыцарь» как-то назывался, не знаю, не очень. Две «Меган Фокс» там подключили, но от этого лучше фильму не стало. «Человек-паук», ну так себе. «Планета обезьян», анимация неплохая, но ну там лицевая анимация сделана на высшем уровне, конечно, но сам фильм так себе, конечно, смотрится там, ну, неинтересно. В общем, короче говоря, мало таких проектов. Еще хотел бы сказать о тех проектах, которые, допустим, мне не понравились, но они как бы не топ-фильмы, не топ эти, ну, как говорится. Сейчас я скажу попозже, что мне в этом году, допустим, понравилось. Сейчас смотрите, как вот я с ваншотчу, ваншот будет на Т-55А, очень красивый ваншот. Кстати, эту катку мы, видите, проигрываем, как качели. Я говорю, вот такие катки были 15 числа. Ну, мы сейчас выиграем по захвату. Так, следующие, значит, какие у нас там были нереальные фильмы, нереальные проекты в этом году. Хотел бы посоветовать, какой фильм, ну, мне понравились лично. Они не топ-фильмы, но вот этот топ, да, «Лекарство от здоровья», такой неплохой фильм мне понравился. Потом, значит, «На глубине 6 фунтов», там, про сноубордиста, очень такой неплохой, не топ-фильм, но там, типа, выживаемость человека в экстремальных условиях. Неплохие вот такие фильмы мне нравятся. Ну, если это очень хорошо снят этот фильм. Потом, значит, «Оно приходит ночью». Это не ужасы. Я думал сначала, это ужасы. Не стал смотреть. Думаю, ну, ужасы как-то. Что-то не очень хочется смотреть. Ну, потом посмотрел такой философский, довольно-таки неплохой фильм. Вот мне нравится там какая-то там философия, какой-то там какая-то предыстория, очень такой вот фильм неожиданный, очень неожиданно классный такой вот, там классный актер, кстати, снимается, «Короля Артура», вот, это такой старый фильм еще исторический, вот, актер очень классно снимается, очень классно сыграл, «Оно приходит ночью» называется фильм, и недавно вот посмотрел еще, очень удивительно, «Техасская резня бензопилой», вот этот фильм, от него вообще я ничего не ждал, потому что, как бы, думал, серия скатилась уже до фиг знает чего, но мне всегда этот, как бы, фильм нравился, как бы история на реальных событиях там основана, поэтому, и еще самое удивительное, с российскими актерами, с российскими режиссерами, с российскими, ну, с российскими, все российские там сценаристы, я вообще офигел, что там все как будто там, короче, российский фильм, по-моему, ну, такой классный получился. Так что вот такие дела. Всем рекомендую, всем всего доброго. Будет еще видео по итогам года, по следующему году, по онлайн играм следующего года и в этом году, какие выходили проекты. Все, всем пока, всего доброго. С вами был Стас Кобальт, до следующих видео, до следующих встреч, ставьте лайки, не забывайте подписываться, всем всего доброго, всем пока.